Они погибли в ночь с 23 на 24 августа, ну, фактически 24 августа ранним утром, во время достаточно важной набеговой операции как раз сюда, на остров Большой Тютерс. Они шли для того, чтобы уничтожать здесь и морские дозоры противника, и береговые укрепления. Немцы к тому моменту уже здесь плотно осели. К сожалению, на тот момент, видимо, советскому командованию, командованию Балтийского флота, было неизвестно о том, что немцы буквально накануне ночью выставили новые линии минного заграждения «Зеигель». Поэтому караван вошел в минное поле. Первым погиб сторожевой корабль «Буря». Он буквально разломился пополам и в считанные минуты затонул. Погибло более 70 человек. И затем, через некоторое время, погиб тральщик-фугас. Они лежат рядом на расстоянии полутора морских миль друг от друга. Оба разорваны пополам. И вокруг, вот сколько хватает, сколько нам хватило возможности осмотреть, вокруг очень много останков, каски, обувь, какие-то фрагменты людей, противогазы. Могилами моряков считаются те корабли, на которых они погибли. Это с какой-то с точки зрения такой моральной и исторической. Кроме этого, если уже говорить более практично, то эти корабли очень сильно разрушаются, и мы не соберем всех. Мы можем собрать там несколько фрагментов, мы никого по ним не опознаем. Поэтому и с технической, и с человеческой точки зрения это абсолютно бессмысленно, и пускай они покоятся там, где их застало 24 августа 1942 года. Ровно 80 лет назад на этом месте разыгралась трагедия, в которой погибли 104 моряка Краснознаменного Балтийского флота. Очень трогательно и очень важно, что сегодня именно военный корабль, военные моряки вышли почтить память своих дедов и отцов. Вышли сюда с вами все вместе в то время, когда на находящемся не очень далеко отсюда эстонском берегу уничтожаются памятники советским воинам, советским солдатам, советским морякам, простым людям, простым солдатам, офицерам, матросам, которые исполняли свой воинский долг. Сегодняшнее событие, оно очень значимо для нас, для потомков. Наши деды и отцы, ну, я говорю от имени всех потомков, поскольку я представляю общество «Память Таллинского прорыва», мы очень рады, что можем принести свою память здесь, именно там, где они погибли. Так давно, прошло столько лет, выросло несколько поколений. Мы храним память о наших героях. Слава балтийцев, она на века, как сказал мой дед Юрий Инге, поэт, погибший тогда же при Таллинском прорыве. И должна сказать, что вот эти оба, сторожевик и тральщик «Буря» и «Фугас», они оба тоже были участниками Таллинского прорыва. Я, так же, как и вся команда «Подводный исследователь», начинающий дайвер,
здесь на Балтике нырял на глубину до 32 метров. Готовлюсь нырять на более глубокие объекты. И у меня цель и задача поставлена на 406-ю, где погиб Осип Евгений Яковлевич, мой прадед, мой дед. А вместе с ребятами мы уже с 2015 года нашли большое количество надводных и подводных кораблей Балтийского флота, которые в акватории Балтики с 41 по 44 год несли большие потери, защищая нашу родину и защищая свободу наших граждан и будущее нашей страны, что, собственно, сейчас является важной задачей для сохранения памяти, а самое главное, для получения тех уроков, которые мы должны знать и помнить, как настоящее поколение продолжателей дела наших отцов. Нас объединяет память, нас объединяет необходимость сохранения этой памяти, нас объединяют профессиональные навыки, связанные с поисковой, морской практикой, морской деятельностью. И в целом общее желание сохранить эту память. Общее количество участников проекта, я думаю, давно уже перевалило за сотню. Есть активные члены экипажа, есть люди, приходящие от сезона к сезону. Но в целом мы все делаем общее дело. И голоса погибших кораблей вдруг обретут свою былую силу и достучаться до сердец людей, напомнив им. Есть такая строчка в стихах: что в памяти останется у нас. Так вот, память — это та связующая нить между поколениями. А сегодня, применительно к нашей акции, между поколениями защитников Отечества, тех, кто ушел в историю, нас, как наследников их традиций, и будущих защитников, которые придут нам на смену. И сегодня, глядя на эти колокола, глядя на воду, в которую когда-то навечно ушли корабли вместе с экипажами, мы провожаем их в священное бессмертие, в бессмертие которого всегда достойны те, кто пал за Отечество. Слава нашей седой Балтике, колыбели русского флота! Слава всем морякам, кто сложил свои головы на морских рубежах во славу нашей России! Да превратятся их души в белых чаек!